Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Илинском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. Вот так вот у нас уже козочки подросли. Вот это вот козочка, у которой рожки поменьше. А это козлик, у которого рожки побольше. Вот. 3 дня не был, не видел их. За 3 дня довольно-таки на порядок выросли. У нас еще хорошее событие. Наконец-то гуси стали нестись. Не неслись. У нас в том году в январе месяце, в начале января стали нестись гуси. А в этом году вот только вчера буквально 2 яичка. А стали нестись после того, как им выпилили проход. Вот, вот выпилили им выход. Они сейчас ходят, гуляют. И сразу же стали нести яйца. Так что вот таким образом обстоят дела у нас на хозяйстве. Вот у нас Валентин просит, чтобы его почесали. Да, Валентин? Валентинчик. Вот. Тут у нас овечки сидят. На овечке. Почему-то сегодня вышли погулять долго. Ветерок на улице такой нехороший. В общем, они обратно зашли. Вот. Так что вот таким вот образом стоят дела на нашем хозяйстве. А сейчас еще покажу поросята, как себя чувствуют. Поросята. Вот у нас поросята. Поросятки. Козочки. Козочки. Да, козочки. 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 Вот. Скоро вам жениха привезу. Вот вам привезу жениха, да? Вам привезу жениха. Вам сестренка альпийского козла. Вот таким образом стоят дела на нашем хозяйстве. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Ну, по возможности подписывайтесь на наш канал. Пока.